Значить, всім привіт! І сьогодні особливий день для мене, тому що я цю зарубу чекав уже дуже довго. Це заруба між Артрембо і Владом Ковалевським. Вона була ще осінню, якщо я не помиляюся, і тільки зараз Артем, ну, із-за очевидних причин, із-за сраної війни, тільки зараз вирішив її випустити, тому що, ну, а толку, щоб пропадав такий контент геніальний. Я впевнений, що там буде неймовірна діч, що мої реакції не заставлять вас нудьгувати. І взагалі, навіть без моїх реакцій, ви можете, і навіть я рекомендую обов'язково тим, хто не дивився оригінал цього відео, перейдіть до Артема і подивіться, тому що він якби заробляє на цьому гроші, і, ну, як заробляє, типу, він блогер, він старається бути, і для його каналу це дуже важливо. Я на цю всю блогерську херню вже давно-давно забив, ну, як з початком війни, в мене інші цілі. Але я не можу пропустити такий контент, я не можу не записати реакцію на цю зарубу. Я дуже від багатьох людей, які були в день заруби, чув, що там відбувалася дика діч. От навіть я не знаю, як по-інакшому, без тавтології, сказати, що там відбувалося. Це от перше, що я хотів сказати. Друге, пряме звернення до Влада Ковалевського. Влад, я не переслідую цим оглядом образити тебе. Тому що після попереднього мого огляду ти мені забив стрілку, ну, в плані, типа, давай забатлімося. Ну, правда, в кінці кінців ти що-то з батла спригнув. Коротше, я не хочу ніяких батлів, я не переслідую метою, типа, образити тебе. Ще з далекого 2013 року я тобі завжди пояснював, що те, що ти робиш, це дуже небезпечно для життя, це дуже непрогресивно, і точи техніку. Коротше, я старався завжди якось дати якусь пораду, але ти не дослухався до мене, ти завжди слухав тих людей, які угорали з тебе, а вони всі угорали з тебе, повір, ті, з ким ти на Троєщині там тренив. Я потім з ними особисто говорив, і вони мені говорили таку штуку, що, типа, Артур, ми тупо уграємо з Влада, ми говоримо йому, да, у тебе очень класно, я 2 назад, надо найти зараз висоту для 3 назад, і ти стопудово докрутиш. І що по того, ти залазив на висоту там 4 поверхів десь приблизно, бо я не був на тій точці, але мені люди розказали, що там висота, ну, в районі 3-го, 4-го поверха. І в повній групіровці 3 назад в рівний пісок, навіть не в схил, а в рівний пісок ти валив. Коротше, я завжди був проти таких диких штук, я завжди старався дати якийсь такий совет, пораду, щоб ти залишався живим, не розваленим і тому подібне. Але ти ніколи не слухав мене, тобі завжди здавалося, що я твій хейтер, що я стараюсь захейтити тебе. Ну, що ж, окей, типу, це твоє бачення мене. Насправді це не так, щоб ти просто це знав. Так, давайте до відоса переходити, тому що він годину 05, я цілу ніч качав його, бо чогось з DropMe файл вона качає дуже-дуже-дуже довго. І я тільки відкрив, я не дивився ще ні одного кадра, я не знаю, що там буде взагалі. Тобто це реально буде зараз натуральна моя реакція. Єдине, що я знаю, бо я відкрив відео, що це година 05 контента, це топ, це прям повнометражная якась комедия зараз будет. В общем, с детства паркуром занимаюсь я давно. Эту тему я выкупаю уже хорошо. Винты кручу, двушки всякие кидаю. Эту тему хорошо, я, пацаны, выкупаю. Всякие финты кручу, всякую тему мучу. Все, что-то, блин, нету мыслей в голове. Йоу-йоу-йоу, все, наравне, там, бла-бла-бла. Пейте, дети, молоко, будете как я. Двухи крутить в ноги и 2 бланша плашмя. Я батл по этому, по паркуру бы хотел. Приветствую, друзья. Как видите, сегодня у меня в гостях легенда украинского паркура и фрирана. Кучерявый монстр строящий. Железный то незламный. МС Владислав. Кстати, я еще в 2000... Ще в 2013-му, напевно, році я робив огляд на Влада. Давайте я залишу ссылку на той дикий огляд в описі до цього відоса, подивитися. Там, вже там можна було померти з осміху від того, що він робить. Владислав Ковалевський. Ковалевський!
Всем привет, ребята. А что сказать? Я Владислав Ковалевский. Канал как называется? Владислав Ковалевский, там, английскими буквами. Еще в некоторых кругах известен как Владик Фриран. В узких кругах, скажем так. Владислав Ковалевский известен тем, что первый в Украине поставил на улице тройное боковое, тройное переднее и тройное заднее. Ну, по крайней мере, он нам так сказал. Боже ж ты мой! Есть! На ноги! Пацаны, тройной Вебстер поставил! Тройное заднее не приземлил, но главное, что выжил, это самое главное. А также Владислав Ковалевский известен тем, что умеет приземляться на голову. И после этого, как ни в чем не бывало, сказал нормально продолжать движение. Нормас? Да. Нормас? Да. Говорил мало высоты. Было бы чуть повыше, я бы докрутил. Тебе нормас? Да. Было бы чуть повыше, я бы докрутил. Це фраза, яка от ми з пацанами завжди гонимо, если мы чуть-чуть типа там щось не докрутили. Ну як чуть-чуть, в плані там якийсь лендинг у нас, знаєте, з руками такий адекватний. То мы завжди говорим, было бы чуть повыше, я бы докрутил. У Влада, типа, если он, короче, не воткнулся на шею, а вот так, то это уже приземлив, это уже норм. А если воткнулся на шею, то было бы чуть повыше, он бы докрутил. И еще он там сказал, что он в ноги там приземлив три Вебстера, он тупо в поясницу увалил и с неї перекатился на ноги. Не, ну, можливо, воно в моменте крутки ему здалось, что он... встав, ну, але по відосу там чітко видно, що він приземлився тупо на поясницю. Ви собі просто не уявляєте, який це імпакт, яка це наскільки це удар дикий, коли ти з такої тройної крутки, навіть в пісок, коли ти входиш на спину там, чи куди, це просто це жесть, це дуже больно. І я завжди респектував Владу за то, наскільки в нього височенний больовий поріг. Але я до сих пір не розумію, як він в здравії до сих пір. Ну, от давайте назвемо це так, не будемо говорити про якісь інвалідності, ще ж, але от як він все ще ходить на своїх двох ногах. Це несовмістимо з життям, то, що він робить. Я чесно вам кажу, тобто люди бувають там в поролонові ями, приходять набагато краще, ну, в плані візуально набагато краще, і ламаються. Влад на пісок, тупо на вулиці, коротше, валить, що щось таке нереальне. Не знаю, може це якісь магічні, чарівні піски Троєщини його спасають? Ну, я без поняття. Да, є таке діло. Мені дуже повезло, благодарен, не знаю, там, своїм родителям за такі гени, Богу, за таке здоров'я, що можу собі таке дозволити. Но не злоупотребляю, по крайней мере, останні роки, вже акуратніше тренуюсь. Ну, можеш приземлитися на шею, все буде нормально. Да? Ну, в принципі, да. Якщо таке робити, треба просто рідко робити. Так, типа, один раз сделал, чтобы элемент прокачать. В принципе, все года, слава богу, все было нормально. Надеюсь, просто будет уже меньше таких приземлений, и все будет хорошо. И все будет хорошо. Чебашай, сука! Влад, ты живой? Инстрандата Трикина! Ну а сегодня мы находимся в паркур-зале АПФ. У нас будут раунды, в которых нужно будет выполнить те или иные задания. Не будем сейчас подробно на этом останавливаться, увидите все по ходу дела. Как обычно, правила очень просты. 3 попытки на заказ, 3 попытки на исполнение. За всю игру можно взять одну экстра попытку. А как будем приземляться? С руками типа нормально? Ну, или прям надо без рук? Типа, ноги? Как удобно, так и приземляешься. Желательно не на голову. Ну что, друзья, вы готовы? И первый раунд, разминка, паркур-элемент. Ну вот я считаю, первое, самое главное, это разминка. Вот перед каждой тренировкой это обязательно должна быть. Очень хорошая разминка. Отсюда разминочный элемент первый. Какой?
чтоб я так разминался. Как обычно, спорим, кто первый начинает. Опа, попался. Выбирай тогда. Получается, я выиграл, ты начинаешь первый. Первый разминочный элемент. Душечка. Палм спин. Я сейчас ржу. Я сейчас с Владиком. Аватарки, это просто пиздец. Падали дальше. Паркур элемент. Легко и просто. Повторяю. Вот так, размялись. Следующий заказ от меня. Манки ногами в стену, в отбив задние манки. Что? Ну, с таких простых разминочных заказов, да, начинаю. Конечно, простых, совсем простых. Ну, сейчас посмотрим, как я сделаю. Ну, выглядит, знаешь, не очень легко. Настелили маты Владу, чтобы все было максимально безопасно. Разминка называется. Хорошо. О, хорош. Блин, это так страшно было, я тебе серьезно говорю. О, отлично. Лайк. Тернистий шлях цього хлопчини починався з тру-паркуру. Летів, як птиця, по своєму пути я смотрел з висоти. Найпустий ліце, вони всі напряги, у них башка димиться. І коли він досягнув всіх висот там, він вирішив перейти на акробатику. Розміночний акробатик. Щоб ви розуміли, я чесно, я не дивився цей обзор, і я не в курсі був, що Артем буде вставляти там мої, деякі мої моменти, де я Владіка обозрював. Це такий обзор на обзор, реакція на обзор, реакція, коротше, це слишком сложно. Фактичний заказ від Влада. Да, задня сальто з лінії на лінію. На точність? Нічого собі. А треба устояти чи просто приземлитися? О, есть. Хорош. Все, надо попасть на нее еще. О, ну видишь, попал. Давай без рук чище доделай. А, блин. Стой, стой, стой. О! Есть. Хорош. Неужели, постоял. Стик, можно сказать, на середину стопы. Молодец. А мой простой акробатический заказ — палм флип. Такое я люблю. Да, на изи. Да, вот это чисто было. Очень низкая стенка для меня. Я привык руки повыше ставить. Давай. Хорош. А следующий раунд — стик. И заказ от Влада. Выбрал расстояние подальше, надеюсь, стикнем. Да нет, да близко, можно легче давать. Давай. Попытка 2. Еще раз. Не понравилось? Нет. О! Хорош. Красавчик. О, хорошая попытка. Галики не дернул? Нет. Да, размял хорошо, значит. Че мне дернуть? Ну, отлично. Да, блин, о, близко было. Третий должен уже сделать. Отличился. Стой. Да, хорош. Отлично. Думал, сейчас просру. Думал, потрачу третью попытку зря. И следующий заказ от меня — манкуроси сюда. Естественно, в стик. Естественно, в стик. Намаз. Пристрелочная. Да. Ну, second try. Тут в чем сложность, она еще мягкая, и на ней ну, да, просто устоять. О. Да, да, да. Красиво получилось. Так, минус одна попытка. Давай дальше. Я шучу. Давай. О, все. Теперь что-то почувствовал. Почувствовал. Хорошо. Хорош. Сам не ожидал. Красавчик. Second try. Красиво. И следующий заказ. Переднее сальто с места. Любимый элемент Артрэмбо. Да, конечно, очень. Охренеть, ничего себе. Можно полтора делать. Хорош, вот это крутка у ребенка.
Среднее сальто, к сожалению, на плоскости. За 15 лет тренировок я так и не научился. Но если дается 3 попытки, надо пробовать. Знал, на какую больную точку надавить. Ну, кстати, еще неплохо. Да, на жопу. О, что там такое? Что случилось? А, это жестко. Приземление. Чтобы не скучная была заруба. А, почти. Тут я сливаюсь. А мой заказ — переднее сальто от стены с 2 ног. Достаточно сложно, но интересно. Игра сложная, но интересная. О, ну считай, что first try. Да, молодец. Фу, сойдет. Нормально, у тебя 3 попытки, за 3 попытки сделаешь. Для Влада это элемент легкий. Просто понимать, какая стенка. Стенка хорошая. Если я сделал с 2 попыток, то ты с 1 сделаешь. О, видишь, first try, а ты боялся. А следующий раунд — лач. Лач — это прыжок с турника, когда ты висишь на турнике, раскачиваешься и вылетаешь с турника. Можно заказывать что угодно. Лач в кэт, лач в акурасе, лач турника на турник. Можно сейчас вообще ланч заказать. Можно заказать и ланч, но это попозже. И Влад у нас заказывает ланч с турника на турник. Блин, руки потеют. Изи, изи. Ага. Да, я же говорю. Easy. Да. Так, для разнообразия чисто. А следующий заказ — ланч кэт на вот ту трубу. Да, не, ну не близко, не близко. О, изи, хорош. Лач страшный немного, из-за того, что там яма. Матов настелили, поэтому все безопасно. Изи, изи. Легче, чем я думал. Хорош. А следующий раунд — элемент, в котором присутствует заднее сальто. В общем, я тут сделал лач, стоял здесь, и тут мне пришла просто гениальная идея сделать гейнер отсюда вот сюда. Ты шо, психопатина? Я это не буду делать. Самому немного страшно. Да, блин, тут турник, там, блин, угол острый. Это да. Смотри, Влад, чтобы все было безопасно. Ну, для этого постелимся дома. Окей. Страшно, но очень интересно. Очень интересно, блин. Гейнер тупо создан для Влада. Ой-ой-ой. 2, 3. Не зря мат постелил. Страшно? Есть такое. Жесть. Нельзя мат постелил. Блин, а что делает через пропасть? 2, 3. Ну, це хорош. Хорош. Це неплохо. Настелил по технике маты, понятно. Благо, маты есть, и их можно использовать. Артём, в общем, да, начитерил немного. Аж 4 мата. В 4 раза начитерил. Ну, ладно. Ты-то всего 2 мата на манки ставил себе, а тут аж 4. О! Как это страшно, блин. Я не чую, тут турник сбоку вижу. Да, это реально страшно, согласен. Но я думаю, еще 2 попытки и без рук приземлишь. О, хорошо, что маты. Как вкопанный просто. Заставляешь, блин, меня нервничать, блин, Влад. Мой следующий заказ, который включает заднее сальто, это palm drop оттуда. Нормас. О, вот это четко, да. Наконец-то. Давай. Ну реально, кисть болит. Не сильно на нее делай упор, больше толкайся здоровый. О, та ты шо вообще, на изи. А следующий раунд — элемент, в котором присутствует манки. Это может быть манкуроси, манки в кэт, манки в зацеп. Манки гейнер. Нет, давай без манки гейнера. Именно паркур элемент с манки, без акробатики.
манки туда в окурасе, желательно в стик. Если у меня получится, пусть Артем стик делает. Хорошо, манки в окурасе, желательно в стик. Влад выставил себе идеальное расстояние, на которое он может вылететь. Она и понял, шатается. Я так прям делаю. Так начну. Стик. Американский. Такой. Да. По полочку. Да. Не, ну с такими стиками тебе только в шахматы играть. О, ну все, я думаю, еще сделаешь за две попытки. Да, молодец. Две серединки. Ну, примерно так же. Чуть-чуть чище, чуть-чуть, да. А следующий заказ от меня – манки кэтлип на эту стенку. Я хочу это прокомментировать. Ты серьезно? Ты посмотри на расстояние. Как ты собрался? Ну, сейчас попробуем. Ну, выглядит нереально. Вдруг у меня не получится, то не будешь делать. Жесть. Блин, ну выглядит реально далеко очень. Ого. В чем плюс, что сцепление стены очень хорошее. Ты приходишь ногами и только потом берешься руками. Ну, это реально сложно. Я, конечно, еще пока не пробовал, но выглядит очень сложно. Ну, давай попробуй. Вдруг легко. Разгон больше набери. Блин, сейчас. Где он спрятался там? Влад. Бегу, бегу. Выходи. Реально неудобно, понял, как я ближе, она, во-первых, мягкая. Да давай уже делай, Влад. Кому ты отправдываешься? Они тебе не поверят. Я просто не могу разбежаться. Давай, давай. Сильнее руками втопи. Давай, еще одна попытка, Влад. Наконец-то на чем-то я сравняю счет. Да, это для меня технически немножко пока еще чуть-чуть непонятно. Ну, ты можешь отказаться и не делать. Не, ну сейчас надо использовать. Это, по крайней мере, безопасно. Чем? Коленом? Жесть. Блин, ну как ты мог на манке коленом зацепиться? Нормально? Жить будешь? Сейчас, 5 минут, как обычно, все пройдет. Пятиминутное колено. Да, да. Да нормально, у меня тут 5-минутный галик. Сейчас 5 минут пройдет, все заживет. Просто здесь, ну, классно, здесь твердо, а здесь вот это вот желе. Ну, ты, да. Ты, получается, бежишь по вот этому желе, ну, приходишь на твердое и вообще не можешь почувствовать разгон, как разгоняться. Ну, поэтому ты мне так... не рассказывай, я что сделал. Не, ну я же показал. Просто ты там бежишь медленно, а здесь ускоряешься. Короче, мне здесь и выходишь на манки. Неудобно разгоняться, из-за этого я не могу сделать. Будешь еще брать экстра попытку? Да нет, лучше сохраню на что-то более важное и интересное. Хорошо. Да. Влад, что ты задумал? Внутреннее арабское с места. Ого, это жестко. Это я, кстати, не умею. Да? Ну как я угадал? Ну я не делал никогда, по крайней мере. Внутреннее арабское, как вы его по-сельски называете. Ого, даже на 90 градусов еще перекрутил. Можно было еще прям типа а-ля в стик, но... Я мушу прерваться тут. По технике, вообще, вот именно внутрішньо арабське, тільки що по техніці, нормально, ну так, навіть не прикопатися. Ну так, я без замідленки, не дивився на замідло, як виглядає, ну так от, обще враження, що навіть неплохо, так що, красавчик. Ні, Влад взагалі за ці роки, Влад, він спрогресував дуже сильно, особливо це замітно там, коли в 11-му році він робив свої фляки, і там 17-16 рік він уже там дорогу фляків викладував, прям хорошу таку рівну, натягнуто носочки, все, ну прям красиво. Але ну просто в мене завжди одна і та ж сама ідея була, і один і той самий посил був до Влада. Якщо ти наберешся трошки терпіння і будеш точити базу, а не будеш вкидуватися, як ви бачили, ото все, що було в інтро, то ти спрогресуєш і без травм. Але він завжди, типа, так, скіпав які-то... Навіть не то, що одне якесь звіно між там, початком і суперкрутим уровнем. Він скіпав всі звенья і зразу йшов на там рандат 3 назад. Ну, типа, ти рандат 2 назад не можеш поставити. Який рандат 3 назад? Ну, о чому ти? Боже ж ти мій. Ладно, дивимося далі.
Нужно больше матов. Нужно больше матов. Да блин. Должно быть безопасно. Я думаю, ну хорошо, ни одного. Ладно, двух вот здесь было бы вполне достаточно. Зачем еще этот, этот? Артем говорит, ну я могу в бок улететь. Да ну, серьезно. Да не, ну я думаю, сюда ты точно не долетишь. Где еще мат? Да хватит, хватит. Тебе смешно? Тебе смешно? Да ты бы уже сразу поролоновую яму тут сделал. Чего мелочиться? Теперь максимально безопасно. Все вы знаете, что я люблю максимальную безопасность, поэтому я постелил немножко матов. Сейчас попробуем. Этот элемент я никогда не делал. Внутренний Вебстер когда-то делал, но уже разучился. Проверка мягкости от Влада. О, идеально. Что, попытка один. Помнишь, что там очень мягко. Там реально мягко. Что ж такое? Может, отпрыжку хотя бы сделай? Ну, типа... Во-во-во, теперь ты знаешь, что в трапецию ты, скорее всего, не придешь. О, ух-ух-ух. Я смеялся, но оказалось, не зря ты столько матов притащил. Не, реально, не зря ты столько матов притащил. О-о-о, прогресс налицо. О-о-о. Стремно было. Хорош. Получилось все-таки. Ты меня удивил. Третьей попыточки. Удивил тебя? Да, да. Я люблю удивлять. А мой заказ с боковым сальто, это боковое сальто от спины наверх сюда. Ну, это как минимум оригинально, и пока для меня немного... Оригинально? В общем, оригинально. Одним словом, это все. Окей, будем сейчас пробовать. Не, ну да, это необычно. Это даже слегка опасно. Да, хорош. First try. В принципе, легко. Можешь кинуть мат себе туда. Хорошую, главное, группировку взять. О. Да не, ну не это снимают. Или это особенно звук. Да, желательно еще в воздухе так делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, нормально. Нормально? Да. Чем же коленом, что и на манкосе? Для другим уже. А я не помню уже. По-моему, да. А, оно уже зажило, что ты даже не помнишь. О, хорош. Все, успокоился, сконцентрировался, и все получилось. Красавчик. Как ты тоже. Снимай, короче, отдельно сальто. Снимай. Повторил. Идеально. Следующий раунд. Элемент с кэтлипом. Да, мы тут ни разу не делали с Артом Рэмбо. Достаточно далеко, достаточно небезопасно, но настелили снизу, наверное, все маты, которые были в этом зале, поэтому теперь, ну, должно быть, по крайней мере, безопасно. Можно делать. Хочу его место загадать. Будет сложно, но, как обычно, интересно. Окей. Все маты зала собрали и положили сюда. Да, опять же, такие руки потеют. Ну, надеюсь... Почему они у тебя постоянно потеют? Ну, сейчас я на данный момент немножко переживаю. Просто в кэт? Понял. О, хорош. First try. Красава. Ну, он реально страшный. Да, далеко прям. Для меня далеко. У меня очень слабый прыжок. Как вы могли заметить, потому что я с места не могу даже передку докрутить. О! Неплохая попытка. Немножко вот эта поверхность скользковатая для рук. А ну можно пыль сдуть тут? Нормально? Вроде должно быть норм. Ах, о! Есть! Стремненько, но мы это сделали, да. Этот кэт. А следующий заказ от меня, кэтлип на ту штуку. Данного тик-така. Я думаю, это достаточно сложно будет. Ну, сейчас попробуем. Авось получится. Жесть. Но заказы интересные. Ничего себе. First try, блин. Да, казалось далеко, но по факту очень легкий. Получилось с первого раза. Ну, как сказать. А сейчас Влада очень. Все-таки реально, у меня, наверное... Акробатика в преимуществе перед паркуром. Ну конечно, это все знают. Ага.
кисть сказала спасибо. Симулянт, симулянт. Ногами вперед лети. Если что, в отбив сразу на мат. Да, вроде бы могу. Да что ж такое? Ногами вперед, Влад. Давай, пятюню на счастье. Давай. Собери все силы в кулак, оттолкнись и сделай. Знаешь, что минус? Мне надо сначала смотреть сюда, а потом в последний момент переводишь сюда взгляд и немного не Влад, понимаешь. Влад, никому не интересны твои проблемы. Зрители хотят экшена. Сука. Что-то ржет там сам собой. Давай. Сильнее! Пошел! Сильнее! Пошел! Блин, ну почти. Стало, понял? Ну, да что тебе страшно? Ты мог. Забоялся, что ли. Давай еще четвертая экстра попытка. Пошел. А вдруг что-то сложное будет. Я вижу, что могу, но не хочу экстра попытку использовать. Следующий раунд сальто с винтом. Заказ от Влада. Буду мстить Арту Рэмбо. Мстители. Финал. Что будет? Просто смотрите. Отомстил, можно сказать, да. Откуда у тебя такой хороший выпрыг на сальто, и не можешь такой простой тик-так долететь? Я разрешил сделать Арту Рэмбо на подушке, но раз на очень мягком, тогда чтобы он приземлил без рук, чисто на ноги винт. Да хоть как-то попробовать. Ну как? О, ну прогресс есть однозначно. Это музыка. Экстра берем или нет? Нет, нет смысла. Я ну, на. Попробую в левую. Ну ладно, да. Три попытки есть, давай. Ого. Ну, с такими темпами, может, и станешь. Ну, тут лучше по сальдухе проходишь. Блин. Немножко, по-моему, в гейнер пошел, из-за этого сложно было. Не, это я не прыгун на плоскости, тем более винты. А мой заказ – боковое сальто с винтом. Как раз недавно по своему же тутору научился, сейчас буду пробовать. Нормально живу? Не, Влад, его надо держать. Согласен, это вообще жесть просто. Как обычно, все на третью попытку получается. Вы потом будете писать в комментах, что вы все подстроили. Ну, блин, ладно. Не, реально, с третьей попытки. Оно так и получается. Первые две ты как бы подводящие, а третью ты уже знаешь, что надо делать. Ты собираешь всю силу в кулак и делаешь. О! Как видите, тоже с третьей попытки. Хорошо. Не зря дано три попытки. Да. А следующий раунд – это тик-так и заказ от Влада Ковалевского. Ну, то, что связано с тик-таками, особо я тут по фантазии не разгулялся, поэтому будем отсюда делать сюда. В стик, да? Ну да, будем стараться именно в стик сделать. Будем стараться, да. Окей. Понял, просто чуть... Господи! Понял. Я присяду тогда. Ну, у мене діти десятилітні це робили, він що гонить? Сестра... Блін, ні, 3 секунди не було. О! Хорош! Короче, для тебя это вообще просто легко. А теперь заказ от меня. Тик-так от этой стены в зацеп на этот турник. Выглядит легко? Легко. А что скажешь ты, Влад? Визуально в этом зале это выглядит, наоборот, сложно. На видео все выглядит легко. Да, но реально вживую это сложно. Ну вот просто посмотрите как бы на высоту до турника. Видите? Как два меня. Ничего себе легко ты сделал. Легко, но коснулся. Давай попробуем, да, чище. Да, вот это чисто было. Опа. Хорошо. Самое важное – дать максимально вверх, чтобы долететь. Блин, сильнее ногой дай. Да почти, блин. Давай, третья попытка, Влад.
Сейчас или никогда. Пошел. Да. Есть. О. Хорош. Изи. А ты боялся. Что ж, переходим ко второму туру. С конкретными элементами мы закончили. Теперь переходим к спотам. В этом туре дается спот, на который можно делать любой элемент, как с паркура, так и с акробатики. И в первом раунде мы будем делать элемент на парапете. Можешь этот большой, можешь женский парапет выбрать. Можешь выбрать крупный парапет, какой хочешь. Да, любой. Что ты задумал, Влад? За дичь? Задумал сделать отсюда туда манки-гейнер. Жестко. Это будет максимально жестко. Я сам не знаю, ли я нормально его сделаю, но... Заказ задан, надо делать. Я лох, если я не сделаю манки-гейнер. Понеслась! Ебать! Я чего не бачу? Есть! Владислав Ковалевский, попытка 2. Стремно смотрится. Блин, я надеюсь, там голова не слишком близко. Я тоже надеюсь, меня отсюда не видно. Не слишком близко? Ебать, как же ж это было близко! Короче, Влад не останавливается, хочет еще раз сделать идеально. Не, Влад, не надо. Ладно, давай. Боже, это было так близко к стене, Что? Офигеть, красавчик. Я вообще сам... Вообще мощно. Я жесть. Тоже хочу так научиться, но это явно не с трех попыток такие элементы учатся. О, так идеально. Ну, типа... Что зацепился ногами? О! Тут я, конечно, Владу проигрываю сразу, но просто для себя интересно попробовать чуть больше попыток. Это, конечно, тяжело. Это надо тренить и отрабатывать еще. Не буду тратить силы, то нам еще продолжать зарубу снимать. А следующий заказ от меня – Dash Roll. Чисто. Такой легкий заказ. Мой черед. Страшно? Изи. Но изи. А следующий раунд – элемент от стены. А следующий заказ от Влада – корк от стены. Самого смотрим. Я делал год или больше, но будем вспоминать. Ебать! Ты чё? First try. Хорош. Я давно не делал, всё равно поставил. Красавчик. Подходишь. Похоже на то. Ты что, его умел или что? Я его научился летом. А ты какой хитрый. Молодец. А мой заказ от стены — винт от стенки с двух шагов. Что? Ну я попробую. Не уверен, но попробую. Я такого вообще не пробовал даже. Офигеть. Ну, типа сделал. Хорош. Попытка 3 поставить более чисто. Да, хорошо. Ну, можно лучше, Влад. Да, ничего. Ну что, Влад, готов? Ну такое. К этой дичи. Можно я хотя бы волклип из двух шагов вспомнить? Да, можно. Можно, у тебя есть 3 попытки. Ты как бы можешь вспоминать. Ну чтобы это не считалось. Ну хорошо, не будем считать. Если подписчики напишут, то не будем считать, то окей. Я такое просто вообще никогда не делал. Винт от стены с двух шагов. Поэтому хотя бы волклип надо для начала, реально. Да. Не, ну, Артём,
Вообще красавчик. Він, походу, реально передивився всі відоси Ковалєвського, тому що деякі кадри я навіть не бачив, хоча я думав, що я такий, типу, фанат Ковалєвського. І от то, що він його ловить на слові, що «Влад, я такого ніколи не діяв». І громче, а то музика перебиває. Я далеко отлетаю. Ну что, волхлеб с двух шагов ты сделал. Мне это вообще не а нравится. Теперь время делать элемент. Ты готов? Не очень, но делать надо. О, о, о. О. Вроде начинаю понимать. Ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть, чуть-чуть осталось, блин. Не спеши, настройся. Разомни шею. Как ты любишь. Да ладно, на шею я тут не упаду точно. На шею я тут не упаду точно. Да, блин, ну почти, почти идеально было. Типа приземлил, но грязно. Да. Значит. Четвертую экстра попытку берешь. А сколько у нас еще челленджей будет? Ну еще штук 10-15 будет. Не, ну тут ты очень близок. Я советую брать. Надо брать, Влад. Экстра попытку бы не хотел, наверное, а вот Ярко тоже не хотел и в итоге вообще ее не использовал. Есть еще четвертая экстра попытка. Не, будешь ли ты ее брать? Нет. А зачем она тебе? Потом. У меня уже спина болит. Так что, зачем ее беречь? Мне непонятно. Еще что-то сложное. Да я не знаю, что ты тут думаешь сложного еще будет. Тут либо ты делаешь, либо нет. Вот это ты реально близко очень, надо брать. Не, я, наверное, все-таки оставлю. Артем тут прав. Оставишь? Да, я попытку оставляю, я просто для себя сделаю, но типа этот раунд. Окей. Никогда... Так же было. Ну, видишь, молодец, что оставил экстра попытку. Да. Хитро придумано. Евреи такие. А следующий раунд – элемент с турника. И в заказ от Влада. Кумкват с винтом. О, май. Сам не знаю, ли поставлю, но будем пробовать. Профессиональный залаз от Влада. Это реально швидкость. Давай, Влад. Мы в тебя верим. Еще чуть-чуть осталось. Кумкват с винтом, он не может сесть на турнике. Какой кумкват с винтом? Ты на середине, хорошо. Бля, половинка есть. Это ведь заново будешь сейчас лезть? Штука. Знаешь, как залезать наверх? Делаешь подъем переворот и разворачиваешься на 180. И не надо лезть 50 лет. Залаз от Влада Ковалевского номер 2. Смотрим. Техника номер 2. Три способа от Влада Ковалевского залезть на турник. Смотрим. Да блин, ну плохой вид. Да мне надо вообще вспомнить, что это и как это. Ну ты сам захотел заказывать, Влад. Я думал, это легче происходит. Тебя никто не тянул за язык. Способ залезть на турник номер 3. Выход на одну. И опять же через стильный перекид ноги. Мистер Бин внизу вообще прямо в тему. Перекид, и вы оказываетесь на турнике. Напишите, какой способ самый быстрый. Давай, Влад, мы в тебя верим. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! Invite each other! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Давай, Вадим, раз, два, три, прыгнул. Все равно на бочину будет, давай. Прошел час, Владик все еще сидит. Не скажу, что
Влад сам себя загнал в угол с этим заказом. Кстати, у тебя есть четвертая попытка. Не, нету смысла. Берешь ли ты ее? Если Артрембо сейчас даже вот так вот приземлить, вот так. Лендинг. Мягкое приземление в паркуре с опорой на руки с целью погасить инерцию и распределить нагрузку. Я ему засчитаю, ну я охренею. Ну что ж, Влад не поставил свой же заказ. Ну, надо и мне попробовать. А теперь способ завязания на турнике. А ну. Так. Так, хорошо. Ну все. А-а-а. Видишь, как просто, Влад. Что ж ты меня сразу... Я словами не понял, надо было показать, наверное. Супергеройское приземление коленем после такого кранты. Блин, ничего себе, ты его нормально делаешь, хорошо. Так можно еще за две попытки нормально приземлить. Нормально. Я и не знал, что ты, оказывается, умеешь, блин, нифига себе. О, хорош. Приземлился, как ты и заказывал. В принципе, да. Ну давай, ладно, третий, чтобы просто чище было. Блин, ну считай, ну в принципе уже сделал, офигеть. Да. Смотри, без рук. Не ожидал. Кстати, скажу від себе, що за останні там 2-3 роки Артем іменно в акробатики вкачався непогано. Я думаю, це одна з причин, не знаю, Артем, правий є чи ні, що ти на пірсі дуже дохіра пригав воду, і ну, мені здається, що це да. Що це дуже допомогло тобі, бо, ну, понятно, типа, паралельно ти ще тренував паркур, там, знімав свої туторіали, і що то в голові там відкладалось. Той самий винт, кумкват винт, я не знаю, чи ти його робив раніше чи ні, але, типа, видно, що ти кумкват стопудово шариш, як робити, тобто ти прожимаєш себе біцепсом бідра, тобто ти ноги вставляєш жорсткі, і за цього тебе висота появляється, і винт сам по собі теж непогано задаєш. Так що, мій респект. Дал. Хочешь секрет? Ну. Этот элемент я хотел тебе тоже заказать. А, вот с турника. Но ты меня опередил. Ну, значит, может оно и к лучшему. Теперь мне надо что-то заказывать. Внутренняя боковуха с турника. Почему не передка? Почему не передка? Чтоб интересней было. Я и передку 100 лет не делал, боковуху вообще. Есть! На! Да я просто его не полгода не делал, поэтому так очковал, что пи***. Забыл, как делать. Да, мне будет немного сложно, я уже чувствую. Да, нормально. Загадал, так загадал. Вообще такую... Не делал? Да вроде не. Жесть, это ж просто. А если я делал, то это было в поролонку года 4 назад. Я качаюсь, у меня элементарно понял, руки сильно потеют. Так побольше намажь магнезия. Побольше качайся на турнике. Пошел! В чем твоя проблема? Типа, понял, чувствую, что могут руки соскользнуть. Ну что, ну опять эти отмазки, отмазки, Влад, давай. Пошел! В чем твоя проблема? Пошел! О, почти. Ну, хоть попробовал. Почти, хорошо. Осталось поставить. Первый кач. Второй кач. Есть! Красавчик. Second try. Вообще, научился новый элемент. Видишь, не зря зарубился со мной. Да. Ощущения просто прекрасные, как будто 10 миллионов долларов выиграл. Да, слушай, ну круто, очень полезно. Научился да, новый да. элемент. Класс. Красавчик. А следующий раунд перилка. Будет элемент palm drop с помощью этой перилки. Palm drop? Да. Ого. Ого, жестко, жестко. Боже мой. Техна просто пиздец якийсь. Да, очень низкую высоту выбрал Влад для этого элемента. Да, не высота, да, тут проблема. Хорошую группу возьми и все. Это не... Сильно сложные себе заказы сам же задаешь. Он сидит как на туалете, это просто жесть какая-то, Влад. Лендинг по-ковалевскому. Приземление с опорой на голову и колени с целью максимально погасить инерцию и распределить нагрузку.
Это стандартное приземление Влада Ковалевского. Вы не понимаете. Это стиль такой. Нормально. О, докрутил. Надо повыше было чуть высоту. Влад не выполнил свой элемент, а я даже не буду и пытаться, потому что я такую тему не шарю. Если было бы высоты раза в два выше, можно было бы попробовать. Ну да, было бы повыше, я бы поставил. Ну да, фон золотых цитат Влада Ковалевского. Ну что ж, я не буду заказывать слишком сложных тут элементов. Я сделаю ролл на перилке. Это может тоже сложно. Ну такое, это в принципе, наверное, тоже сложно. Все, Влад подстелил себе матов, все, безопасно. Но страх все равно есть. Страх присутствует. Можно всегда отказаться от выполнения. Группировку попробую отработать немножко. Да тут это не поможет. Я просто знаю, что тебе помогает в любой ситуации. Может, прям так начать? Может и так начать, да. Становишься раком. Просто эта заруба заставляет стать раком. Так нет, вообще тут не надо. Можно прям с картов делать. Вот так, да. Ну. Давай, наверное, еще матов посмотрим. Где? Вот сюда. Добавили еще два мата. Ну что, Влад? Даже если упадешь, на жопу не больно будет. Ну да. Фух, ладно, о, хотя бы видишь? Страх переборол. Так, убрали два мата. Работаем по методике уменьшения количества матов. Да. Методика Арта Рэмбо номер 2. Ты не в ту сторону покатился. Что такое? Я прям по копчику прокатился. В принципе, можешь не делать. Можешь отказаться. Слушай, я Ну ты не в ту сторону упал. Давай пересмотрим. Не в ту сторону упал. Боже, не, ну это не. Третья попытка, сейчас сделаем красиво. Да, вы вообще напишите, то можно было засчитать или нет? Оно выглядело, как будто ты вообще потерялся на перилке и чуть не навернулся. Ну, прикол в том, что на ноги присел. Ну, выкрутился, да. О, как-то криво, но приземлил. Приземлил. Было немножко криво, но так как Влад делает этот элемент впервые, мы ему засчитываем его. Благодарочка. Следующий раунд. Шведская стенка. И Влад заказывает элемент. Короче, Angel Drop с винтом. Главное, чтобы я опять сам что? Жестко, жестко. С винтом? А, я перепутал. Хорош. Пестро. Я подумал, он имеет на увазе Devil Drop. Этот элемент. Но где еще пробовать его, если не в таком мягком зале, правильно? 100%. Начнем с подводящих. А ты, ну я даже не буду это так, как за попытку считать. А ты сделай Angel Drop, ну бланшом там или без группировки и пол винта прокрути. Страшно даже Angel Drop сделать. Вот. Окей, Angel Drop вспомнили. Теперь можно и пол винта попробовать. It was at this moment that he knew. He fucked up, это точно. О-хо-хо! Вот это фейл. Это же, знаешь, пол винта в ролл, чисто. Блин, это же стрёмный этот элемент. В сальто зайди нормально, а потом только... Блин, зараза. Примерно так же. Не, не пошел. Angel Drop с винтом не пошел. Просто страшно. Ну что ж, мой черед заказывать элемент. А кто сказал, что это должна быть сальтуха? Не обязательно. Не обязательно. Короче, я хочу сделать флайрол в данное отверстие.
Это вообще шведской жесть. Стенки. Лай-лай. Главное попасть теперь, потому что тут расстояние жесть. Очень маленькое. Ты сам хоть сделаешь? Не знаю. Не знаю. Не, ну, это жестко делать надо. Ну, типа, не то чтобы дуже нереально, но... Ничего себе. Отлично, теперь убираем мат. Ничего себе. Делаем без мата. Жесть, ну это страшно как-то. Сейчас зацепился. Больно? Нет, кстати. Ты не чисто больно? Кроссовком? Вот сюда. А ё, твою мать, ноги тримай натянутые. Цепляюсь все равно. Ну такое, типа, ну это не совсем чистое исполнение, конечно. Не зачитываешь? Ну, меня, не знаю, терзают сомнения. Просто такой звук, знаешь, аж неприятный. Да, согласен. О, блин, жесть. Давно не делал эти флейролы в дырке. Но все-таки, как ты говорил там? В таких случаях я говорю, скилл не пропьешь. Скилл не пропьешь. Да, еще одна. Цитата Ковалевского. Влад себе постелил матрас. Да, реально мало места. Мало места, да? Не, проходишь чисто. Ну, это просто, а вот флейролом еще надо. Тут максимально надо контролировать все, чтобы и головой, и плечами не зацепиться, и коленями, и пятками. Короче, лучше буду пониже. Это больно. Немножко застрял. Больно, да? Да. Может, и не сделаю. Ноги выравнивай, не забывай. А, сука, больно. А, болит, галики болят. А. Чем ударился? Косточками прям. О, блин, больно вообще. О, жесть, Влад, давай ты лучше откажешься. Не, сейчас пройдет, через 10 минут я смогу прыгать. Я железное колено, галики. Уже не ляжками уже прошел, уже под самый конец, блин, зацепился. Я предлагаю, Влад, отказаться. Такой элемент, его надо отрабатывать сначала через большие дырки, и потом постепенно уменьшать. Закон Арта Рэмбо номер 3, уменьшай дырку постепенно. И тогда будет получаться. А если ты сразу с маленькой начинаешь, конечно, ты травмируешься. Я все-таки еще раз попробую. Очень надеюсь, что не зацеплюсь. Если вы думали, что Влад сдастся, то вы ошиблись. Да. Это железный человек. Я железное колено, галики. Я терплю. Который быстрее сломается, но не сдастся. О! Есть. Хорош. Ну, блин, не зацепился. Красавчик. Но надо сделать без мата. Как раз у тебя последняя попытка остается. Надо четко рассчитать траекторию. Ну, также я работаю репетитором английского языка и математики. Законы физики и математики натянуты нахуй. О, хорош, блин, просто. Ничего себе. Вошел чисто, хорош. Красавчик, молодец. Ну, ты заставляешь тоже понервничать. Да, ну конечно, как ты хотел. Только ты будешь меня заставлять. Хорош, Владик, да. Переходим к элементу на батуте. Вот у нас сколько батутов. Влад думает, да, заказ. Я не скажу, что я супер силен на батуте, но надо что-то такое придумать, чтобы заставить Арта Рэмбо попотеть. Влад уже в позиции. Я долго не думал. Наверное, двойное заднее. Маты мешают. Давай поправлю. Прыгают вместе с тобой. Це, кстати, я боюся тим, хто не розуміє, коли людина боїться, він може навіть не боятися отут, інстинкт самозбереження його тримає. Тоді починається оце получасовий, типа, комітменти, коли ти, типа, пригаєш на батуті 300 скачків перед елементом, коли ти залазиш на трубу полчаса, типа, щоб сісти і зробити кумквацію. Тобто, от він не готовий особливо. Я не бачив, як він перезав. Може, він зараз взагалі в роз стане, я не знаю. Но мені здається, що типа, він абсолютно не готовий до цього стрибка, тому що, по його же словам, він на батутах не силен. А це зовсім різні речі, пригати з батута двоху і пригати там даже з твердого з міста двоху. Ну, коротше, давайте дивитися. Ha ha ha.
быстрее, нет? Бля! Это ну, что? Терпимо. Любимое приземление на лицо? Он как будто в воду ныряет. Будет интересно, если Влад опять на своем заказе пролетает. Да это вообще какой-то конец. Общеукрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще. Гимнастика! Блин, да надо было держать. Было близко, близко, близко. На ножки. На ножки. Есть. Считалось? Ну что, встал на ноги и просто отпрыгнул. Упал. Не, ну хорошо. И вот так вот, типа, устоял. Ну хорошо. Ну, главное, встал на ноги, то, что чуть-чуть за мат зацепился, не страшно. Я думаю, делаешь. Буду делать не лучше. Ну, запас, скажем так, есть. Пятюню. Да. От сам... мастера двух на батуте. Ну, не на батуте, но ладно. Любителя двух, скажем так. Хватит? Наебешься двух? Да. Скажи, двухи это плохо. Не, это хорошо. Что, хорош? Засчитываем? Да, да. Хорошо. Теперь мой заказ на батуте двойное переднее, да? Не, ну нормально, дач. Да, вот, да. Поехал. Вот, вот, боже. Давай, Влад, поехал. Ты срываешь, Трэн. Каждый прыжок подходит. Дождаться чуть-чуть больше. Почти. О, хорош. С роллом. А следующий раунд – это элемент с высоты. Именно поэтому Влад залез на высоту. И примеряется к двушечке. Высота по меркам Ковалевского маленькая для двухи, но он все-таки попробует. На-на. А, сука, болит? А, болит, галики болят. А, не, сейчас пройдет, через 10 минут я смогу прыгать. У меня железное колено, галики. Ого. First try. Красавчик, может, с первого раза. Могу, но не важно. На самом деле я сейчас тренируюсь редко, ну и понятное дело, редко делаю двухи. Ого! Ну, чуть-чуть вбило. Если такое делать, надо просто редко делать. Так, типа, один раз сделал, чтобы элемент прокачать, так сказать. Но он без разминки, он только два винта сделал, вот двойную арабку и все. Да уж. Первое, самое главное, это разминка. Редко делаю двухи, но, опять повторюсь, скилл не пропьешь. Реально я чувствую с твердых поверхностей намного лучше, чем с батута. Хорош! Хорош, видишь? Да! Ощущения просто прекрасные, как будто 10 миллионов долларов выиграл. Ну а тут я, конечно, уже сливаюсь, я даже пробовать не буду. Ну что ж, а мой заказ, элемент с высоты, будет ролл-бомб. Ролл-бомба по-русски. А, все, я понял. Типа как ролл и передку потом крутишь. Ну да, боковой ролл-бомб будет. Да, оригинальный элемент, конечно. Да. Ого. First try. First try, видео. Я офигеть. Готов? Снимаю. Знаешь, что тебя возмущает? Вот это вот. Да, я знаю. Влад обложился матами. Он думает, что это ему поможет. Попроси парня, чтоб придержал тут. Как раз в видос попадешь новый. Окей, давай. Я снимаю, ты делаешь. Сейчас будет пизда. Боже, Миш! Что? Что? Ебать! Ебать!
Зачем? Твою мать! Лицом, прям носом. Стой, разбил? Покажи. А, ну болит вообще. Так, ну не разбил, крови вот, нет вот пока. Вот здесь носом. Люблю делать так, чтобы люди почаще улыбались. Как чувствую. Я отвечаю, я подумав, коли він мати почав ставити, я думаю, та нахер ті мати, це ж рол, ти вперед же ж котишся. Але я не подумав, що він не вміє робити рол. Ви подивіться на цей заход. Це не рол, Влад, це кувырок через жопу якийсь. Я навіть не знаю, що це за кувырок був такий, блядь. Ти вкинувся вперед, катнувся по 45 прямо в цю трубу. Слава Богу, що... Слава Богу, що він поставив мати, тому що якби не поставив мати, він би просто, напевно, би зламав ніс. Причому так, ну, нормально би зламав його. Та, прикинь, матов би не було. Не, Влад, надо закругляться. Я, наверное, этот элемент точно пропущу, для безопасности. Это надо было сразу делать. Как лицом можно было прийти. Я вижу, какую-то траекторию куда-то вообще не туда пошел. Надо четко рассчитать траекторию. Блин, хорошо хоть мады, ну и то не все сломал равно, нос, но вроде целый. Не, вроде не, но ударился так нихрена. Я вообще думал, сейчас жопа будет. Влад, ну ты, конечно, опасный. Я парень. Этот по элемент, да, пропущу. Не, был бы нормальный разбег, я бы поставил, там разбег херня просто. Поэтому так и получилось. Ну ничего, он живой прошло, можно винты крутить там, всякие задки. Такие задки. Блин, я так испугался за него, я думал, сейчас будет уже скорую нужно вызывать. Я знал, что Влад опасен, но не до такой же степени, блин. Не, сейчас пройдет через 10 минут, я смогу прыгать. А я еще такой собираюсь сделать, на всякий случай постелю маты. И тот, то я так лупанулся, без мата я бы мог реально сломать, наверное, нос. Да, блин. Он жив, блин. Он жив, сука! Это, блядь, Владик. Самый везучий пацан на этой планете. Блин, ну Влад, конечно, так впечатался, это жесть. Хорошо, что у него железная голова, и ему как бы это все легко, все фейлы ему сходят с рук. Да, спасибо за такой организм. Что придает тебе сил? Не знаю, это внутренняя сила, она изнутри. Она прям выпирает из тебя, да? Да. Ну что, Влад, заканчиваем зарубу или ты готов продолжать? Я готов продолжать, просто я больше не буду делать что-то вот в таком духе. Тогда переходим к крайнему раунду. Связка. Связка от двух элементов и больше, но не больше 100. Прикинь, бегаешь связку такой полчаса по кругу. Ляйки волфлип, фляк волфлип, бля. На выносливость чисто. Да. Связка от Влада. Да, рандат, два винта. По плоскости решил Влад меня сделать. Попытка 1. Влад є новатором в багатьох речах в українському фрірані та паркурі. Наприклад, його рандат. Це просто щось неймовірне. Блять. Владислав Ковалевський, попытка 2. Є. Хорош. Ну, типа... Він поставив, але от таке воно було криве, оці рандат два вінта, там в 13-му, в 14-му році. От такі вони криві і осталися ці вінти. Просто люди, які тренуються багато, да, вони, понятно, там можна так як Влад, починати з кривих вінтів, це окей. Но коли ти тренуєшся вже, блін, скільки, більше 10 років він робить чисто тамблінг, ну, от він пригає акробатику на плоскості і де-то там з космоса... Пригає без парашута. Ну, за таку кількість, це все одно, що от я займаюся паркуром і я не вмію рол. Йому це простительно, він ніколи в житті не пригав там які-то роли, напевно, і взагалі на це не звертав уваги, тому він чуть собі ліцо там не залишив у колі в залі. Але, ну, рандат два вінта, ну, хотілося б, щоб це було прям чисто, це має взагалі вилітати ровненько, ноги мають бути натягнуті, ровненькі, блін. Ну, не знаю. Це моє суб'єктивне, але окей, дивимося далі. Став, як боженька. Молодцом. Влад рішив зробити ще раз почище. Підготовка. Так. Влітаємо наверх і отак от крутимо.
На винты вот такая подготовка. Хорош. Вот это уже четенько. Четко. Вот в этом ты мастер. Что есть? Что есть, то есть. Факты, факты, ничего не будет скрыто. Два винта с рандата я не умею, поэтому здесь я даже не буду пробовать и раскладываться. Еще один балл в пользу Влада. Ну а я придумаю связку с фриранчиком. Эти турники Коля специально сделал для этой связки. Молодец, четко. Блин, я смотрю, ты сам еле дотянулся. Ты чуть-чуть выше, чем я, то есть, блин, ну типа. Какой выше, ты что, смотри, блин. Мы с тобой одинаковые даже по плечи. А может даже и так, да. Подстелили Владику матов побольше. Теперь все безопасно и можно пробовать. Владик, не надо. Да-да-да-да-да, пошел. Just do it! Бросай руки. If you're tired of starting over, stop giving up. Влад, ты что там, завис? Можешь подстартовать первый раз? Так я снимаю, ну давай. Одной рукой. Одной рукой страхую. Прям подержи. Да. Хорошо? Нет. Не достаю, кстати, надо сильнее как-то. Надо сильнее, чтобы выйти туда. Всегда есть возможность отказаться. Тут вроде уже, слава богу, побезопаснее. Я раз попробовал, понял. Поэтому, ну, еще попробую две. Окей, давай. Do it! Давай, пошел. Just do it! Yes, you can! Давай. Just do it! Yes, you can! Я просто в темп не могу сразу туда ногами зарядить. Никому не интересны твои проблемы, Влад. Надо делать. Ладно, что третья попытка и все. Да, давай. Нет, не достаю. О, я себя там уже так кожу сейчас. Давай так, просто. Ну, концовку выполнил чисто. Поэтому. Так у тебя еще вроде четвертая есть. Ты ее не брал же, да? Я чувствую, что я не достану. Ты я ее не брал? Я не брал, но о. Я чувствую, что я просто не достану. Так это последний, последний раунд. Так оно и будет. В итоге, видишь ты, не использовал четвертую попытку. И я свою тоже не использовал. Да, это да. Ну что ж, друзья, вот и закончилась наша паркур-заруба. Нас уже просто выгоняют из зала. Так бы мы могли еще немного больше челленджей попридумывать. Но реально мы снимали больше 6 часов. Еще и Влад опоздал на час. Пробки сегодня простоял. Пора уже построить метро на Троещину. Вот нету метро, приходится стоять вот в пробках. Подписчик. Так, камера час 15 записала всю карту, тому я на телефон зараз дозапишу аутро. Короче, Артем, як будеш в Києві, треба буде зарубитися з тобою теж, я думаю, буде прикольно. Влад Ковалєвський не розчарував, я як думав, так і оказалося, дуже багато фейлів, навіть на цій маленькій зарубі, блін, він умудрився там щось три рази, напевно, нормально так увалітися. Така була моя реакція. Ще раз нагадую всім, перейдіть до Артрембо, навіть якщо ви подивились повністю тільки у мене, а в нього не дивилися, поставте просто відос, хай він пройде, щоб йому зарахувався перегляд, тому що вся заслуга цієї заруби і того, що ми її побачили, на Артемі. Ну, понятно, що Влад Ковалєвський теж там участвував, але він не монтував нічого, не придумав ніяких там схем, що за чим має бути. Тому обов'язково зайдіть до нього на канал, до Артрембо, залиште коментар. І продивіться відео. Навіть якщо ви не будете його дивитися, підіть там десь гуляти, поставте на телефоні, хай воно зарахує йому хвилини на його канал і дасть якусь монетизацію. Все, дякую, Артем, за те, що дав early access до цього шедевра. Чекаю, коли ти зарелізиш його у себе на Ютубі і викину свою версію також.